Меня зовут Виктория Толстоганова, я актриса. Это моя сумка, и я сейчас расскажу вам, что в ней находится. Вот, собственно говоря, содержимое моей сумки. Я начала учить английский. Я иногда отменяю занятия, потому что я не выучила домашнюю работу. Надо мной ржут мои дети по этому поводу. Но я ношу с собой, на самом деле, все эти домашние задания, потому что ощущение, когда носишь с собой, что ты их как-то вот делаешь, как-то они делаются сами собой. Дальше. Я всегда ношу 2 паспорта. Почему, непонятно. Это, наверное, не совсем верная история, потому что если уж теряется, то теряется сразу 2 там и так далее. Но, тем не менее, зато я знаю, где они находятся всегда, и у меня нет такой проблемы найти паспорт. Ношу с собой крема всегда, мои свои любимые, и мне они иногда прям вот надобятся даже днем, и, в общем, с ними не расстаюсь никогда. Дальше я ношу с собой уголь, вероятно, видимо, как оказалось. Ну, для чего-то иногда надобится, да, иногда очень хорошо, что он есть. Пластыри. Пластыри тоже неожиданные как бы в моей сумке, потому что они остаются где-то с летнего какого-то сезона, когда начинается открытая обувь, вот они всю жизнь у меня после этого и живут. Дальше прекрасная вещь, с которой тоже, в общем, комфортно мне жить, и она всегда нужна. Съемки и всякое такое. Градусник. Неожиданная вещь в моей сумке, я не знала, что он есть, но, видимо, ему здесь место. И, видимо, он для чего-то когда-нибудь понадобится, пока не помню такого. Но он есть, и пусть живет здесь. Зубная нить необходимая. Вот такая вот история у меня есть. Я не знаю, зачем она у меня в сумке. Вот если я знаю, как она у меня появилась, потому что я когда-то сказала своей подруге, что вот у меня нету этого метра, который мне так нужен. Сказала, я тебе дарю, повесишь его на ключ. На ключ я его не повесила, но он у меня живет. Это очень необходимо, и я рада, что он у меня есть. Крем для рук, мой любимый. Если нет полностью косметички, то есть некоторое количество каких-то вещей для, если мне захочется накраситься как-то срочно, быстро. Это тоже редко происходит, но тем не менее, вот они все есть, прекрасные, мои любимые. А вообще, в принципе, такая моя любимая штука, что пусть она валяется, она очень красивая. А дальше ручка из Астории, из питерской, очень красивая, красная, я ее люблю. Потом наушники, которыми я действительно пользуюсь, и это необходимая вещь. Бальзам для губ, который необходим, и я им пользуюсь очень часто. Животное, которое живет в моей сумке с того момента, как мне как-то дал мой сын Федор его в поездку в какую-то, я его взяла, и теперь я его перекладываю из машины в сумку, из сумки в чемодан. В общем, я помню о нем и обращаю на него внимание, но еще и Федор все время спрашивает, где? Я говорю, на месте, все нормально. Живет со мной. Далее, красивое украшение, которое тоже живет в моей сумке, на предмет, если вдруг я соберусь, вот как, например, сегодня вечером, в театр, то у меня есть возможность быстро его надеть и стать нарядной. Ну, понятное дело, прекрасная вещь, которая мне очень нравится, и я ей действительно пользуюсь все время и даже зимой, водичка для лица, но не простая водичка, не прям вода, а она такая крема какая-то образная, и она прямо освежает невероятно и очень круто. Вот это моя любимая еда. Я ее беру всегда на съемку, иногда по 5 штук в день. И ем только манго. Мне очень нравится. И в самый последний момент я кидаю в сумку мандарин. Ну, если он есть на столе. И когда-то его тоже съедаю в течение дня. Все, но это вот как-то мне такое ощущение, что это как-то мало. Потому что иногда бывает так много, иногда торчат туфли, иногда торчит, в общем, много чего в сумке, и я не могу выйти, там, я не знаю, из машины в магазин, я не могу выйти без сумки, мне спрашивают мои спутники и друзья, нельзя ли оставить, наконец-то, ее где-то, нельзя. Ощущение, что если рядом с тобой не будет всех-всех, ой, я и забыла про еще одни штучки, это обручальные кольца, не настоящие, которые надевают мне на съемках, и я их забываю отдать. И они у меня хранятся, сумки так живут. Уже 2. Будет еще больше, я надеюсь. Все рассказала. Прощаюсь. До свидания. Желаю хорошего настроения и красивых сумок весны.
Чай. Без. На глаза. Кинотеатр. В машине. Оптимист. Сумка. Горы. Питер. Живопись. Леонардо Ди Каприо. Закат.